Кунзакский район с рабочим визитом посетила уполномоченный по правам ребенка Интизар Мамутаева. В райцентре она встретилась с руководством муниципалитета, педагогами и ознакомилась с работой комиссии по делам несовершеннолетних. Затем Мамутаева посетила школы, пообщалась с учащимися. В ходе встречи уполномоченный рассказала ребятам о правах. Для их защиты, к слову, в каждом образовательном учреждении есть ответственные. Она также напомнила, что дети, их родители и педагоги могут в любое время обратиться лично к ней.